Очередной праздник для ветеранов состоялся в Люберцах. Воспитанники Дворца детского и юношеского творчества провели концерт, посвященный Дню Победы. На мероприятие пригласили и нашу съемочную группу. Как и любое мероприятие, посвященное этому празднику, концерт включил в себя и радостные, и печальные номера. Молодые артисты в своих выступлениях рассказали не только о великой победе над фашистской Германией, но и о том, какой ценой она досталась Советскому Союзу. Память погибших в Великой Отечественной войне участники мероприятия почтили минутой молчания. На концерт пригласили очевидцев событий Великой Отечественной войны и ветеранов. Для них в этот день прозвучали знаменитые песни военных лет. А представители театральных коллективов сыграли спектакль из отрывка поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Бой идет святой и правый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле. С напутственными словами и пожеланиями к ребятам обратился ветеран Великой Отечественной войны Владимир Сгибнев. Но везение, ребята, никогда не бывает без большого труда. Поэтому у меня будет большое от нас к вам пожелание, чтобы вы трудились и знали свою цель. Здоровья вам всем, благополучия, чистого неба. И пусть ваша жизнь радует нас. Праздник, посвященный 9 мая, завершился исполнением воспитанниками Дворца детского и юношеского творчества песни «Вальс Победы». Луиза Егазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.